Один человек погиб, еще трое, в том числе грудной ребенок, пострадали при пожаре в Актобе. Возгорание произошло накануне вечером в пригородном поселке Жанакунас. По предварительной версии, в трехкомнатной квартире взорвался газовый баллон. Хозяева его использовали для ремонта крыши. Как рассказали очевидцы происшествия, раздался сильный хлопок. Ударной волной выбило стекла, в соседних квартирах загорелась электропроводка. 9-месячного малыша, пострадавшего при пожаре, врачам удалось спасти. Отца ребенка сейчас пытаются вывести из травматического шока. Состояние его оценивается как средней тяжести. У 27-летнего мужчины обгорело 15% поверхности тела. Они самовольно делали крышу. Подняли газбаллон. Там грели смолу, там что-то такое. И оставили. Она, видать, пропускала, потому что вчера эксперты сказали, что она пропускала. Пропускала, и вот она взорвалась. На следующее время ведется доследственная проверка и назначен ряд судебных экспертиз. Выясняется причина возгорания и ущерб устанавливается.